Можно расслабиться. Ваш день позади, впереди целый час программы «Юмор на заказ», где вы можете передавать приветы, можете признаваться в любви, можете слушать любимый юмор, да и вообще всячески, всячески отдыхать душой и телом. Лес, река, горная мечта. Блин, я... Дорога, какой... Сейчас, прикинь. На. Блядь. О, нихуя, я заснял. Да? Слышишь, да? Здорово. Давай, давай, держи его, поехали. Перегораживаем дорогу. Ох, ебать. Все. Пизда, нахуй. Блять, блядь, что делает? Что за дебилу это? Идиот. И поехали, глянь. Ты видел? Не... Направо. Или может прям... Банк? Не, может направо. Ай-яй, бля. Твою мать! Ох ты, блядь! Вау! Фау! Держись, блядь! Держись! Давай, давай, рули, рули, рули! Молодец! Обоссаться можно! Ух ты, ёлочка! Да, блядь, нам же зеленый, куда же ехал? Ё-твою! Чё? Я да не ходи, стирать-то полно. Ой! Сволочь, а! Совсем, что ли, уже? Ну, ты спокойно. Допустим, люблю совсем не то, что они пропагандируют. То есть, мне кажется, все-таки это люди не до юности уже. Они же не до юности, да. Боролись, вот и все. Офигеть! Ой, 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 ой.
Козёл! Девушка.